Кому доверить видео? А, уже снимают на видео. Я тоже снимаю. А с разных ракурсов. Чтобы видно было со всех сторон. Чтоб краш мой было видно, да? Держи. Отпускай уже. Что? Ну, снимай. Кто запускать? Нахим. Я ее буду и запускать, и ловить. Сейчас когда запускать? Сейчас. Сейчас, да? Только так. Подожди, пока винт выйдет на полные обороты. Так, мне смотрят или снимать? Подожди, да. Против ветра, куда ветер будет? Мне в спину. Ай, твою мать. Ой, да не, он бы и так вон вылетел. Он бы с тобой вылетел. Я его держал. Хорошо, что отпустил, а то бы летел. Вообще не вижу его. Ночью вообще прикольнее было, видишь, он светится. Можно на запретную зону заходить сразу. Над нами, не в нас. Кто-то пил, да? Проблема такого задача. Мне кажется, это очень просто. Кого-то он просто нервный. Попробуешь на воду посадить? Я тоже не вижу, я просто приблизительно понимаю, где он летит. И вот так вот, вот так. А на камере потом не вижу. Я сейчас фотографирую, я снимаю. Вроде бы. Бля. А рулит интересно? Да. А вылететь можешь? Он не слетит.